Территориальное общественное самоуправление, или ТОС, это уникальная возможность решить проблему на территории дома или микрорайона. Общественный орган занимается благоустройством и строительством детских или спортивных площадок, организовывает досуг для людей разного возраста. Он работает при поддержке администрации города. Администрация в этом помогает. Жители сами помогают, привлекают предпринимателей, которые, да, это о договоренности, это о создании лучшего города на земле. Вот, ну, как-то так это должно быть. Инициативные жители домов по улице Кузнецова, делегаты ТОСа, провели не одно собрание, чтобы определить главные проблемы на своей территории и решить их. Например, можно получить возможность выиграть грант для улучшения качества проживания. И сегодня проходит учредительная конференция. После ее проведения подошли к завершающему этапу – регистрации в администрации города. Вместо того, чтобы быть диванными критиками, они взяли, самоорганизовались. Они провели много собраний. Со своей стороны, мы с нашими коллегами им помогли сопровождением, где-то какой-то правовой поддержкой, ну, естественно, при поддержке администрации города. Территориальное общественное самоуправление работает совсем недавно. По федеральному закону органам исполнительной власти каждого субъекта рекомендовали создать условия для их развития до 1 февраля 2018-го. Задач достаточно и работ хватит на годы. Эльмира Мамедова, Александр Кононенко, «Панорама».